А вот у них пост позади. Правоверные мусульмане отметили окончание священного месяца Рамазан, Ураза-Байрам или праздник Разговения. Строгий пост держать непросто, но, согласно Писанию, за это испытание прошедших его ждет великая награда. С чем встретили этот праздник мусульмане нашего города, смотрим далее. Утренняя молитва – важная часть праздника. На нее традиционно в мечетях собирается полный храм верующих, многие из которых в течение месяца держали строгий пост. Он является одним из пяти столпов ислама. Первое – шахада, свидетельство. Свидетельство – нет божества, кроме единого Господа, Творца миров. И Мухаммад, его раб, его посланник. Второе, что заповедовал Господь потомкам Адама – это молитва, намаз. Третье – пост, месяц Рамадан, который, альхамдулилля, сейчас закончился, и мы его выдержали. Четвертое – закят, налог на богатых 2,5%. К слову, благодаря ему в мечети Тауба, что на центральной улице, удалось развернуть масштабный праздник. Ну а пятый столб – хадж. На его последние дни приходится праздник Курбан-Байрам. Но это будет только в конце октября. Сейчас же верующие, даже очень юные, подводят итоги поста. Ну, я стал добрее и терпеливым. Уразу держать нетрудно, потому что, когда встаешь этот утром, это в час, наверное, в 4 часа утра, и кушаешь, а потом до вечера держишь, до 9. Горы подарков для взрослых и детей ждали тех, кто за время поста не потерял силы, напротив, только укрепился духовно. Соревновались здесь в красоте прочитанного азана и физической силе и ловкости. А вот для того, чтобы подкрепиться, рекорды ставить вовсе не обязательно. Каждый желающий получил порцию вкуснейшего плова и стакан чая. Готовим для всех. Это мусульманский праздник, Роза Хайрам. И готовим для всех, мусульман, не мусульман. Вот, приходите, кушайте, пожалуйста, вот плов вкусный очень. В последние годы держать пост все сложнее, ведь Рамазан приходится на сезон, когда ночи короткие, а день все длиннее. Следующий год для постящихся будет еще сложнее, ведь ураза начнется практически в середине лета. Но верующих это не пугает. Чем сложнее испытание, тем больше радость от того, что ты прошел его, говорят они. Катерина Карцева, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.